Боевой арсенал школы Вичунку Юнпай – это целый пласт знаний, который включает в себя всевозможные техники. Боевой арсенал Винчун включает в себя всевозможные удары руками и ногами, изломы, толчки, захваты, броски, выведение из равновесия, перемещение, уходы с линии атаки. Винчун – это работа на близкой дистанции, короткие быстрые удары. Изюминка Винчун является упражнение «Липкие руки», которое позволяет развить высокую чувствительность, научиться молниеносно реагировать на действия противника. На мастерских ступенях изучается работа с оружием, шест, ножи бабочки, меч. Особое место в изучении техники занимает работа на деревянном манекене. Практикующий Винчунь подходит к решению любых задач как воин, решительно и твердо.